Мам, а где варежки? О, спасибо! На днях мы определили победителей в нашем большом шапочном марафоне «Мам, я в шапке». Всего приняло участие 380 человек, а на отборе в финал мы получили более 500 работ. По вашим просьбам мы запускаем новый марафон. И в этот раз будем вязать варежки, перчатки и митинги. Кто из нас в детстве не говорил своей маме и не просил ее найти варежки? Сейчас пришла наша очередь вязать эти замечательные теплые аксессуары, которыми мы можем обеспечить и себя, и всех своих близких. Новый теплый марафон «Мам, где варежки?» мы запускаем, чтобы объединить вязальщиц со всего мира и делиться творчеством и вдохновением. Как принять участие? Зарегистрируйтесь, выберите номинацию и начинайте вязать. Все участники получают доступ к эксклюзивным мастер-классам, шанс выиграть призы от друзей марафона и, конечно же, скидки на пряжу от магазина «Энитки». По секрету, количество работ не ограничено. Вы можете участвовать в одной или нескольких номинациях. Базовый шик, стильные и лаконичные, сумасшедшие петли, смелые эксперименты, золотые руки, сложные узоры, очумелые ручки, уникальные конструкции, теплые объятия, самые уютные изделия. Пусть у всех ваших близких будут руки в тепле. Присоединяйтесь к нам, выложите готовую работу до 6 ноября. Зарегистрируйтесь сейчас и начинайте вязать вместе с нами.